Всем привет, это новости рэпа. В общем, вышла новая информация по поводу Оксимирон против Дизастера. Там, короче, такая информация. 15 октября 2017 года должен состояться ихний баттл в городе Лос-Анджелес. Вот, давайте пройдемся, в общем, по той информации, которую я говорил в прошлом блоге Оксимирон против Дизастера. Короче, баттл будет полностью на английском языке. То есть я говорил это в прошлом видео. Второй момент. Учите английский язык. Еще один момент, ну, эта новость должна многих обрадовать, то что когда же этот наступит исторический момент Оксимирон против Дизастера. Что можно еще сказать по поводу этого батла? Можно многое сказать, но я буду, ну, вкратце. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы Оксимирон в этом году бы сделал микстейп 3. Игрикой 3Х на головою небеса. Ликтуница на VR, битко на скалове. Ебой на деревьях. 8 лет, как 8 дней. Стукашни по себе, я так давно в игре. Где соперники тех лет, где их рэп? Они все лежат в сырой земле. Но как мне кажется, этого не будет. Будет это в 2018 году. Но я считал, что этот батл против, ну, после Гнойного, ну, против Дизастера будет в 2018 году. Ну, сами понимаете, подготовить текст, написать треки, потом выступить в Олимпийском. Ну, то есть, достаточно все как-то... У Оксимирона как-то в этом году, ну уж как это сказать, уж много, ну, событий в этом году, как бы его, мне кажется, в его карьере, ну, в карьере как рэпер. Вот. Ну, наверное, пишите свой комментарий, что вы думаете по поводу этого батла. Да и вообще учите английский язык, потому что, еще раз повторяю, это будет... Все, что будет в Лос-Анджелесе, это будет на английском языке. Ну, в общем, такая, как я в Твиттере прочитал, историческая хуйня, короче. Вот. А, кстати, ролик еще не смотрел, просто в Твиттере посмотрел, ну, такая свежая информация. Вот. Так что, что думать. Раз так страсти кипят, ее в раз туда степенят. Почему про отца твердят, что он властный социопат? Гляньте-ка, вон та самая новенькая, любуйтесь. Погоди, дитя, после школы, пока побудь здесь. Пастор поцеловал, лазал под сарафан. Не сопротивляйся, дитя, все дела во славу Творца. Сам не тиран и деспот, но надо знать свое место. А ты не путевая, не дотепа с самого детства. Я даю на роскошь новшества, тебе не даром это. Твари запросов общества, тебе не пара. Съешь их, добавишь в серой рутине цветов оттенков. Эксклюзивный реабилитационный центр. Как с настроением у нас выздоровление? Вместо поздравлений пусть вышли как-нибудь поскромнее. Где нас нет? Горит невиданный рассвет. Где нас нет? Море и рубиновый закат. Где нас нет? Лес как малахитовый браслет. Где нас нет? На лебединых островах. Где нас нет? Услышь меня и вытащи из омута. Пусти мой вымышленный город, вымышленный золотом во тьме. Я вижу дали иноземные, где милосердие правит и свет над берегами. Где нас нет? Горит невиданный рассвет. Где нас нет? Море и рубиновый закат. Где нас нет? Лес как малахитовый браслет. Где нас нет? На лебединых островах, где нас нет? Услышь меня и вытащи из омута. Веди мой вымышленный город, вымышленный золотом во тьме. Я вижу дали иноземные, где милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.